Ребятки, всем привет! С вами, как всегда, Фокус. Сегодня я решил немножечко поиграть в другую игрушку, и это Vainglory, друзья. Это моба-игра 3 на 3. Итак, друзья, мы сыграем с вами один ранговый мультиплеерный бой. Немножко познакомимся с этой игрой. Я надеюсь, что будет сегодня весело и интересно. Итак, друзья, я начинаю поединок. Вот у нас есть здесь такая клавиша «Найти игру». Я нажимаю ее. И, как вы видите, начался поиск матча. Я надеюсь, что бой будет очень интересным. Может быть, он будет даже сложным. Но я думаю, это только добавит, скажем так, эпичности нашему сегодняшнему поединку, друзья. Итак, ну пока у нас ищется матч, тут у нас в магазине выпало, вот у нас такие сундучки есть, тут нам выпадают карты обычно, ну вот здесь слава выпала и еще карта одна, но это так, скажем так, открываю, пока время есть, и тут еще таланты выпали, но это вообще такая штука ненужная на самом деле. Итак, ну ждем. Как вы видите, уже 39, уже 40 секунд ищется матч. Ну, здесь матч ищется немножко дольше, чем Mushroom Wars. Так, ну, сейчас он найдется, друзья, сейчас найдется. И постараюсь я сыграть и показать вам интересный поединок, друзья. Итак, мы можем отвернуться в вкладочку «Поиск матча». Ну, пока что, видите, написано «Предполагаемое время ожидания около 1 минуты». Меньше 1 минуты, но вот сейчас уже больше 1 минуты. Посмотрим. Поединок у нас будет в течение 20-30 минут. Это средняя продолжительность времени. Но по сравнению с той же дотой, это, конечно, очень мало. То есть поединки как бы намного короче. Игра на мобильных платформах, поэтому тут все происходит немножечко быстрее. Итак, друзья, постараюсь я взять ринга. Мне сейчас нравится этот персонаж. Итак, как вы видите, найден матч. Нажимаем «Принять». Так, вот сейчас еще один оппонент одобрит, и мы начнем, друзья, Так, вот у нас режим драфта. Значит, первый игрок в нашей команде, мы слева находимся, сейчас забанит одного из героев, он решил банить Таку, а я вот ему предлагаю забанить вот этого барона, он очень силен. И вот еще мой союзник третий тоже одобрил мой выбор. Итак, мы забанили барона все вместе. Итак, и забанили Грейс. Очень сильный персонаж. Эти два персонажа, они из новых, скажем так, ребят. Итак, я бы лучше бы сыграл, конечно, за ринга. Ну ладно, если он очень хочет. Я, конечно, ему сейчас предложу, что я бы сыграл за ринга с удовольствием. Ну, посмотрим. Ага, он захотел все-таки сделать вот так. Хорошо, посмотрим. Может быть, я тогда сейчас возьму вот этого милого дедушку. Так, он, в принципе, очень силен. Его зовут Райм. Скажем так, трудноубиваемый в поединке один на один. Такой живучий, дедуля. Итак, ну что, берем, ладно, берем его. И саппорта возьмет наш третий участник команды. И, по всей видимости, это будет Лира. Лира тоже сильный, герой. Да, наш союзник берет Лиру. Как вы видите, мы играем 3 на 3. Скажем так, для тех, кто не знаком с этой игрой, я думаю, будет очень интересно сегодня посмотреть. Так, и против нас Крул. Но вот Крул — это будет проблемка для меня, друзья. Он тоже точно такой же, как и я, неубиваемый. Но немножечко он, скажем так, действует по-другому. Он будет собираться в оружие, я буду собираться в кристальные предметы. То есть у него будет дамаг с руки, у меня от скиллов. Ну вот, в общем, начинается поединчик, друзья. Ну, посмотрим, сейчас, что у нас будет. Итак, всего лишь несколько секунд осталось до начала игры. И надо с вами быстренько нам постараться выиграть. Но посмотрим, как у нас получится. Это сегодня или нет, Итак. И вот начинается поединок. Значит, смотрите, мы сейчас на базе. Заходим в магазин, быстренько закупаемся нужные предметы. Вот, ну я знаю, какие предметы мне нужны, поэтому я быстренько их закупился. Так, теперь апнем первый скилл. Я надеюсь, что я не напутал, что это первый скилл тот, который мне нужен, потому что я за Райма уже давно не играл. Вот, но в данной ситуации мне пришлось это сделать. Так. Да, вроде бы все правильно. Итак, посмотрим. Вон он уже летит, Крул к нам. Крул из кустов имеет ускорение. Он забежал на ускорении. Хотел, может быть,
какую-то нам опасную ситуацию создать, пока у него это не получилось. Скажем так, друзья, я буду фармить лес. Вот сейчас большой крип, мы его постараемся убить. Не знаю, удастся ли нам убить или нет. Или один из соперников перехватит. Нет, они не рискнули идти к нам. Хорошо, друзья, мы уже имеем преимущество. Ага, они вон где, они пошли в наш лес, они забежали через верх, вот опасно, могут убить нашего союзника. Нет, нет. А на самом деле играть в Vainglory и разговаривать, я так первый раз пробую, это достаточно трудно. Ладно, не будем забирать фарм у нашего союзника, пойду-ка я фармиться в свой лес. На самом деле я могу фармиться даже без саппорта, без проблем. Так, там Кру. Да, пускай они лучше вдвоем будут наверху. Ага, ты смотри, что они сделали. Они забрали все у нас. Ты глянь, что они сделали. Хорошо, надо идти на центр и постараться там отхватить еще большого крипа толстого. Потом вместо этого крипа у нас здесь будет магазин, друзья, где можно будет тоже предметы закупать. Я надеюсь, что мои союзники там не проиграют без меня пока что. Я тут бьюсь. Ага, и Крул идет. Сейчас Крул к нам заскачет. Заскочит к нам Крул. Так, меня уже тут немножечко... Ага, сейчас меня убьют, друзья, Да, зря я это сделал. Хорошо, ладно. Это была большая ошибка с моей стороны. Но мы не будем так быстро сдаваться и отчаиваться. Мы все-таки попробуем затащить эту каточку. Ладно, впервые я пробую играть в Vainglory и записывать... что для меня на самом деле очень трудно, тяжело следить за картой и параллельно общаться с вами, но, скажем так, чего не сделаешь ради классного видосика, друзья. Так, ну посмотрим, что у нас получится. Надо фармить очень быстро и активно. Так, вот у нас Крул уже 8. Так, кстати, по фарму пока что у меня вроде как больше, но это... не факт, что так на самом деле, потому что мы сейчас на данный момент не видим Крула. Когда ты не видишь, сколько на данный момент у него крипов. Но было 8 при последнем, скажем так, контакте с ним. Итак, посмотрим, что тут наши враги делают в кустах. Ничего не делают. Так, ну вот неплохо продамажили. Ну, сейчас может Крул в любой момент прийти, так что мы туда не пойдем, в кусты. Это опасно. Так, немножко попугаем наших оппонентов. Вроде Крул замечен не был. Итак, пофармим еще немножечко. В принципе, Лира очень сильный герой на самом деле. Если мой союзник умеет играть за Лиру, то... Ага, тут нет крипа. Может быть, толстого забрать крипа. Сейчас опять, блин, Крул придет и будет меня пытаться убивать. Так, ну мы тут с Лирой вдвоем, поэтому шанс у нас есть забрать все-таки. Ага, и вот он, Крул, пришел. Все, но он уже не рискнул против нас двоих идти в атаку. На самом деле, Крул очень живучий, и его, в принципе, убить трудно. Вот, в тот раз у меня было очень мало жизни, но я рискнул. Там еще вот этот крип, он, скажем так, сковывает того героя, который его атакует. Он меня сковал, я никуда не мог даже убежать, хотя у меня... теоретически была возможность это сделать. Итак, вот наш голд майнер пришел. Точнее, не голд майнер, а просто наш майнер. Скажем так, если наши оппоненты... Сейчас посмотрим, что у нас происходит. Если наши оппоненты убьют его, то крипы на линии с их стороны станут посильнее на какое-то время, пока он не вернется. Так, значит, смотрите, мы сразу берем, в общем, предметы на защиту, и нам нужно, как он называется, атлантов наплечник, чтобы замедлять скорость атаки Крула. Так, тут пока что 2-1. 2-1 нас потихонечку разносят, но посмотрим, что мы тут сделаем. Так, не будем забирать фарм. Ага, вот он, Крул. Вот он, Крул. Дружок, ну иди сюда. Убегает Крул, пока что убегает. Ладно, мы за ним пока не полезем. Хотя, сейчас убьют нашего. Бьют. Так, ну-ка. Иди-ка сюда. Стоять, все нормально. Вот сейчас классно. У меня второй скилл замедляет соперника. Если я его хоть одну мутычку дал, он его как бы, ну, не то чтобы станет, он его именно сковывает. Ну вот, он не может никуда свалить. Так, где-то там Крул бегал, Крул. Ага, вот он и Крул, наш дружок. Стоять.
Так, ладно, мы забрали, по-моему, да? Так, 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 так. А ну стоять. Стоять, стоять. Не туда я кинул, не туда я кинул. Все, убили. Отлично, отлично. Так, хорошо, вот у нас атлантов наплечник, и нам надо срочно и очень быстро череп купить. Блин, выносят базу, пока я тут болтаю. Очень трудно, на самом деле, друзья, так комментировать. Но вот надо скилл поднять вот в этом. Потом просто играть станет вообще намного легче, на самом деле. Так, тарадан-тан-тан. Свалил Скарф сразу. Вот этот вот милый дракончик, его зовут Скарф. Для тех, кто не знаком с этой игрой. При виде моего грозного дедули он быстренько отчалил. Так, ну что, пофармим дальше. Что у нас здесь по фарму? У меня 33 крипа. У Крула 24. Так, а наши 29. Так, вот там Скарф нормально, кстати, нафармил. Наш лайнер отстает, к сожалению. К сожалению, но мы надеемся, что он все-таки реабилитируется, да, друзья? Так, что там, уже жмут наших или не жмут еще пока? Так, ну слушай, помогать надо, я уже понял. Так, ну успеем, должен успеть сковать. Так, ага, пытается забежать, пытается убить меня, пытается, засранец. Сковали, это капец вообще. Так, друзья, но по крайней мере меня не убили, но убили нашего союзника. Так, пускай он здесь фармит сам. Пойду-ка я отсюда. Ну, на самом деле, я наверняка буду сегодня много ошибок допускать, и когда потом буду просматривать эту игру, я наверняка их буду увидеть. Вот, но, друзья, я думаю, что для первого раза это не так страшно. Я думаю, это не главное. Итак, значит, наша задача сейчас для начала перефармить Крула. Так, это уже забрали у меня, красавчик. Ага, вот он, стоп, стоять. Вот наш крип пришел. Сейчас мы его быстренько подфармим. Так, потом в лейте надо сразу Скарфа, конечно, убивать. Скарфа убивать очень быстро. Так, замедление. Вот этот ледяной ожог, друзья, он нам дает как раз-таки замедление. То есть ледяной ожог — это то, что я сейчас хочу только купить, я еще его не купил. Для того, чтобы вот эти товарищи от меня убегать не могли. Потому что мой герой очень медленный, и ему нужно быть близко, как бы присасываться к своему сопернику, и тогда он может творить классные штуки. Итак, ну где-то тут уже и Крул по-любому бегает. Мы его сейчас попробуем как-то поймать. Точнее вызвать к нам на атаку. Но он где-то здесь, наверняка вот в тех кустах сидит. Сидит и ждет. Пока что его нету. Так, ну ладно. Ладно, пока что Крула не видно. Попробуем, может быть, здесь у нас. Ага. Тут у нас уже ничего нет. Видимо, Крул уже забежал к нам, ко мне в лес, опять-таки. Посмотрим. Не знаю, у него 25 крипов до сих пор, он там активно фармит. Ну, то есть, на самом деле, у него уже их больше гораздо. Так, хорошо. Хорошо, друзья. Так, ну, держимся как-то. 4-4 у нас по киллам пока что, в принципе, не так плохо. По фарму я опережаю. Лайнер мой, скорее всего, нет. 59-83, да, лайнер мой не опережает совершенно. Так, закупимся, сгоняем быстренько. Так, кстати, Крул может голдмайнера вынести в одного. Голдмайнера — это вот такое белое пятно в центре на карте. Он его может очень быстро забрать. Итак, посмотрим. Вот здесь вот он находится. Вот он его может очень быстро забрать. Очень легко ему это будет сделать, в принципе, даже одному. Единственное, это время просто займет больше. Так, и вот у нас момент. Надо. Вот уже снесли нашу вышку. Так, вот Крул внизу. Может быть, я не знаю, пока Крула с Крулом посражаться. Но вообще Крула бить первым — это как бы не очень умно так-то. Вот сейчас они вдвоем могут убить этого нашего Вокса. Так, вот и уже там куча народа, но главное, чтобы ему хватило ума свалить. Но если он не свалит, то его сейчас убьют очень быстро. Так, ребята, ну что вы делаете? Чё же вы мне так усложняете все это дело? Так, первым делом нам надо расфармиться. Вот он уже бежит злодей. Так, получи. Так, замедлили. Все, нормально, сейчас мы убьем. Четко. Здесь все четко я сделал. Итак, ускоримся. Стой. Сковал, отлично.
все, убьем этого. Так, и вот наш дружочек, дракончик, иди сюда, дорогой. Иди сюда, никуда ты не уйдешь от нас. Все, вот эйс, друзья, эйс, мы убили всех, скажем так, героев нашего соперника. Теперь мы быстренько вынесем одну башню. Быстренько вынесем одну башню. Еще, в принципе, голд можем забрать. Но башню, я считаю, надо с башни начать, потому что те же бабки нам дадут. Те же бабки нам дадут. Но при этом... вот он, Кру, побежал, побежал. Так, стоять, стоять, стоять. Блин, я его не поймал, не поймал. Так, 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 стой, 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 засранец. Стой, хочет он забрать. Вы представляете, что делает злодей? А ну стоять, а ну стоять. Стоять, стоять, стоять. Так, сейчас он меня убьет. Сейчас меня убьет дракон. Ёкарный бабай дракон. Свалить бы. Нет, не свалил, друзья, не свалил. А, вот это прям... Видите, какой он живучий засранец. В итоге троих наших персов убили. Ну ладно. А, так. Тут мне нехорошо получилось. Нехорошо. И вышку не успели забрать. И голд не взяли. Да, видимо, ошибку допустили все-таки. Видите, он как нагло-нагло под вышки лезет и как бы не боится, что ему что-то будет за это. А Скарф тем временем вышечку одну-то снял нашу. Снял нашу. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, господин Скарф. Так, ну-ка, 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 мне тебя достать-то, ё-моё, как же мне тебя достать-то. Не достаю я до него, не достаю. Так, вот кто меня станет. Вот кто меня станет, вот этот злодей. Тоже новый перс. По имени Батист. Тоже, как говорят более крутые игроки в эту игру, что сильный очень персонаж. Так, ну ладно, ладно. Пока, друзья, по турелькам-то мы проигрываем на самом-то деле. Вот, но, скажем так, затащим, надеюсь, затащим. Вообще, кстати, Вокс, он в лейте силен. Поэтому... А Скарф? Скарф не знаю, Скарф... Скарфа, по-моему, такой сильной разницы нет, а Вокс именно в лейте начинает хорошенечко так бить. Вот он засранец, он стоять. Так, рано я применил скилл, я его зацепить не успел. И не смог сковать из-за этого. Не смог сковать, как мне кажется, лучше нам сейчас не сражаться. Ага, вот он, видишь, где? Вот Скарфа надо бить, ага. Так. Так, ну давай, 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 умирай же ты, ё-моё, умирай. Все, убил, убил. Ну, так, нормально, нормально. Нормально. Так, еще вот этого сейчас затащим. Ну давай, все, хорошо, хорошо. Мы вместе неплохо сработали. Все. И Крул просто уже свалил отсюда. Так, ребята. Надо дальше закупаться. Нам нужно купить еще вот такой вот разрушенный миф. Так, он будет как бы стакаться. И с кристалла я буду сильнее как бы урон наносить. Вот, сейчас я залез к врагу в лес. Надеюсь, меня тут не убьют. Вот, скажем, смотрите, сколько мин наставили соперники. Ага, вон еще одна мина. Так. Так. Как-то нам надо... Вот здесь можно сигналы оппонентам, точнее, моим союзникам посылать. Так, ну, если сражаться, то бить Скарфа как раз. На Крула лезть бесполезно, друзья. Скажем так, Крул убивается последним, но иногда... как бы выгодно его убить втроем сразу очень активно. Если есть такие герои, которые моментальный такой дамаг наносят огромный. Вон они уже где, вон они где. Так, Скарф-то вот там. Скарф-то уже вот там. Так, подожди, не лезь ты туда, не лезь. Не лезь ты туда, не лезь. Так. Так, убью я его или нет? Так, ну-ка давай, надо убивать, вот сейчас. Да как же нет? Так, убил, хорошо. Отстань от меня, вот он, еще один злодей идет. Так, вот сейчас мы его вместе убиваем. Убили, отлично, я на лоу хп ушел. Мне тут хилочку Лира закинула. Так, ну нормально. Нормально. Ну как-то вот так, ребят, как-то вот так, я грамотненько... Скарфа забрал, потому что один на один я буду посильнее, по крайней мере, если я до него добегу. Вот. Я не знаю, мне кажется, нам сейчас эту вышку не снимем. А хотя нет, наверное, успеем. Еще Крула пока что нет. Все. Я не готов. Я им показываю своим этим союзникам то, что ё-моё, везде заминировали, что такое. Союзникам показал, что я не готов. Убегу.
Убежал. Ха-ха, в последний момент я успел убежать. Рискованно я стоял, ладно. За миной, за этой. Чуть меня Скарф там не поджарил, а он бы меня точно убил, друзья. Но сегодня нам повезло. Короче, счет у нас, точнее, именно вот у моего персонажа 7-2. 7 героев убил я и 2 раза убили меня. В принципе, это хороший счет. Так, что у нас творится? Что у нас тут уже замес пошел, пока я тут вам про счет рассказываю. Сейчас их будет месить. Вот куда они без меня полезли? Вот в чем вопрос. Вот куда вы лезете без меня? Вот, на тебе, получи. Все, ты уже труп, друг. Так, я не знаю, крула я зацепил или нет. Не факт, вот этого бы добить бы злодея. Ага, да, он хочет добить меня. Хрен тебе, друг мой. Все, на, тебя получил. Нормально, друзья, нормально. Затащили мы очередной замес. Хотя они начинали 2 на 1. Так, вопрос в одном. Что там делает наша Лира? Лира хочет умереть, я понял. Лира хочет умереть. Так. Вот сейчас надо вот этого злодея здорового забирать, друзья, забирать. Забирать его нужно, забирать. Так, мне химичку закинули. Так, ну сейчас Крул придет, нам надо быстро забирать. Сейчас Скарф придет с ультой, вот это вообще будет печаль. И просто он нас может убить. Просто он может нас убить. Все, должны добить его, да, добили, отлично. Так, нормально, блин, не туда кинул, надо было кидать в Скарфа, и мы бы его забрали, бы, а может мы его и так заберем, мы его заберем, заберем, Скарфа заберем, отлично, 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 друзья. Вот так хорошо, сейчас 2 персов в живых нету. Так, ну-ка я быстро слетаю на базу, сейчас, ладно, просит, чтобы я не улетал, хорошо, не буду улетать. Там просто долбят нашу вышку, крипы, я хотел еще закупиться, но, ладно, не судьба нам сейчас уже закупиться. Блин, вот что я сейчас сделал? Опять сначала ударить, потом уже кидать второй скилл. Забыл. Ладно, пока что у нас все это безболезненно. Расслабляться не стоит. Так, у Крула 54. Крул мало нафармил. Крул очень мало нафармил. Так, атакуем вышечки. Вышечки атакуем. Так, почему вышка стреляет по мне? Спрашивается, почему вышка стреляет по мне? Почему? Непонятно. Так, у меня уже нет маны. Давай, 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 долбите его, ребята. Долбите, долбите, долбите. Так, ну, все, убили. Убили, отлично. Смотрите, на мне стаки от Крула накопились. Крул тот еще злодей. Так, что, сваливаем, что ли, ребята? О, спасай меня, спасай, ты что? Лира, молодец. Мы скажем спасибо. Сейчас я сваливаю. Так, ладно, одну вышку мы там не добили. Могли еще одну взять, теоретически. Но я бы тогда, скорее всего, умер. Ладно. Вот так, друзья, вот как-то так мы играем. Теперь нам нужно... военные ботинки. Так, нам прям вот чуть-чуть не хватает. Сейчас подождем, вот эти ботинки возьмем. И побежим, друзья, побежим, побежим. Эти ботиночки будут ускорять не только меня, но и моих союзников в нужный момент. Ну, меня постоянно и в нужный момент такое дополнительное ускорение. Так, надо как-то ребяткам нашим сказать, что держимся мы вместе. Что они делают там без меня? Сейчас им Крул там один наваляет. Особенно если Вокса поймает, то он легко-легко наваляет им обоим без проблем. Так, надо мне уже к ним идти, они какие-то непонятливые ребята. С Крулом там шутки плохи. Один я могу против него более-менее долго стоять. Потому что, как вы видели, он живучий. При том, что он вообще как бы не нафармил, он все равно живучий. Так, вот он уже забегает, забегает. Благо тут наша мина, я его как бы вижу нормально. Так. Стоять, стоять, все, попал. Попал, давай, беги. Все, попал, мы его убили, отлично. Так, ну, как мне кажется, оппонентам можно уже сдаваться, на самом деле. Я не вижу у них какого-то шанса выиграть. Давайте-ка мы сейчас возьмем вот такую штуку, вливание кристальное. Такое, скажем так, временное увеличение моей кристальной силы. Там она еще, по-моему, замедление дает дополнительное, сколько я помню, но... Не уверен, на самом деле. Ну, в общем, короче, те, кто с кристалла бьют, для них эта штука полезна. Но она временная, она стоит 500 голды, и она дает временный эффект. Итак, посмотрим, может быть, где-то у нас здесь Крул тусуется. Можно, в принципе, Кракена забирать, но может вылететь Крул в любой момент. Так, ну, я не знаю, мне кажется, можно какую-нибудь засаду вот тут устроить. Вот тут вот устроить засаду. Так, вот наши соперники вот здесь наверху бегают. Можно, в принципе, зайти и проатаковать. Ну что, попробуем. Вон там один далеко в любом случае.
Ага, тут вот дракончик кинул нам такую неприятную вещь. Ага, и вот я поймал дракончика, я надеюсь, что добьют. Дракончика добили, так, хорошо, теперь Крул, дружок, стоять, все, замедлил я Крула, он сейчас бьет очень медленно, и все, мы его легко выносим, как вы видите, друзья. Это вообще без проблем сделано. Да блин, я в Лирину нехорошую вещь попал. Да ну-ка стой. Стоять. Не уйдешь ты от меня. Все, капец тебе, друг. Капец. Все, затащили. Нормально. На самом деле мы могли даже Кракена не брать и сразу как бы пропушить вышки. Ну, ладно, я, наверное, вышки попушу чуть-чуть. Я думаю, что мои коллеги справятся там с Кракеном без меня. Время еще есть. Так, одну вышечку я забираю. Так. Так, я сваливаю. Скарф идет. Я свалю пока что. Хотя, наверное, это уже как бы победа тут по-любому, но... Все-таки я решил отчалить на время. Вот такой вот у нас сегодня был райм. Значит, смотрите, первый скилл у нас что делает? Такой шпиль выстреливает. Шпиль взрывается. Оппонент получает дополнительный урон. Блин, рано. Я думал, он забежит, а он не забежал. Вот у нас шпиль, и вот эта штука его сковывает, это второй скилл, и ульта, как видели, такой мощный удар наносит, и тоже, как бы, она у меня будет замедлять, так как у меня ледяной ожог куплен, такой классный предмет, так, ну вот, давай, все, поймали, скарф уже не выживет скарф. Скарфа тоже затащили. Ну так, друзья, 11-2 у меня, на самом деле, один килл я там в самом начале глупость сделал, больше от отвлечения. Получил один килл. Вот, ну, где-то еще в замесе меня там один раз ударили. Ну, вот мы кристалл уже разбиваем. И, друзья, победа остается за нами. Так, вот можно такой всем спасибо за игру кинуть. Такой, как смайлик, не смайлик, как это назвать. Его все оппоненты видят, и мои союзники, и, скажем так, и мои враги, друзья. Итак, вот такой у нас был бой, вот такая у нас победа сегодня. Ну, мы лайки всем поставим, и нашим оппонентам, и нашим классным союзникам. Хорошо, в принципе, сыграли все. Ну, здесь можно, друзья, посмотреть еще закупы. Никто ничего не продавал. Так, и мы можем посмотреть по фарму. Значит, я нафармил 101 скрипов. Мой, скажем так, лесной оппонент нафармил 58 крипов. Это Крул, друзья. Наш лейнер нафармил 119 крипов. И оппонент, наш любимый дракончик, нафармил 150. Ну, дракон был неплохой, но уж очень легко я его пробивал. Как вы видите, здесь еще можно посмотреть предметы, которые они закупили. И у дракончика-то на защиту от меня вот был только один вот этот предмет, но он, скажем так, начального уровня, он еще слабенький, так что мне не составляло труда его убивать очень быстро. Вот, был правильный фокус, у фокуса был правильный фокус на скарфа, и скарф умирал, как видите, 4 раза он смог убить кого-то, и 7 раз его в ответ наказали, друзья. Ну, вот как-то так, друзья, как-то так мы сыграли такую каточку в Глори. Если вам понравился этот видос, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вообще, пишите в комментариях, что вы думаете об этой игре, понравилась она вам или нет. Если будет, скажем так, интерес, я могу еще сыграть из-за других персонажей, показать интересные поединки, друзья. Вот. Ну, а с вами был, как всегда, Фокус. Люблю вас, скучаю, пока-пока.